На Урале открылась международная туристская выставка «Лето-2023». Турагенты из разных уголков России и стран зарубежья приехали в Свердловскую область, чтобы рассказать о горячих новинках весенне-летнего отпускного сезона. Здесь каждый показывает то, чем гордится. Одни – национальными костюмами и танцами, другие – природой и традиционными блюдами. Мы угощаем сегодня национальные наши бурсоки. Бурсоки делаются из муки, пруд делается из коровьего молока. Туристическая выставка «Лето» – праздник живота, музыки и путешествий. Не выезжая за пределы региона, посетители знакомятся с историей и колоритом разных городов и стран. С распростертыми объятиями уральцев принимает давний друг России – Казахстан. Раньше были вот такие юрты, жили. Скот вывозили на пастбище, и вот в таких юртах. Символика – все это Казахстана. Приглашают к себе на отдых и страны Юго-Восточной Азии. Малайзия, например, уже не первый год ведет переговоры с российской страной об открытии прямых рейсов. Мы очень плотно работаем с Уральской ассоциацией туризма, поэтому очень ждем туристов из данного региона. В первую очередь мы продвигаем красивый остров Лангкави. Среди россиян именно этот остров пользуется наибольшей популярностью. В то же время многие уральцы рассказывают туроператоры, экзотику ищут не за границей, а внутри страны. Активная популярность, конечно, среди круизов. Она держится и второй год уже подряд. Основной порт, конечно, это Пермь, а также посадка из Казани, это ближайшие пункты от Екатеринбурга. По воде, воздуху или земле туристы едут и в Свердловскую область. Одни, чтобы проникнуться заводской романтикой, другие, чтобы поближе познакомиться с героями бажовских сказов. Уже несколько лет у нас реализуется программа по развитию туризма. Я отмечу, что только за прошлый год территорию Свердловской области посетило свыше 2 миллионов туристов. Это абсолютный рекорд, и мы рассчитываем на то, что эта цифра будет расти. Тем более, что прямо на выставке переговоры между Екатеринбургом и Когалымом вышли на новый уровень. Главы городов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Здесь же пожали руки представители киргизской и турецкой делегаций. Турецкие туроператоры будут отправлять на Иссык-Куль свои группы. Дело в том, что они базируются не только в Турции, но и в Иране, но еще собираются открыть представительство в Екатеринбурге. Поэтому это соглашение может большое иметь последствия, в том числе и снизить стоимость этого продукта. И это еще не все. Праздник туризма продлится до 8 апреля. Этого времени, говорят эксперты, точно хватит, чтобы сделать выбор и начать паковать чемоданы. Николай Свердлов, новости Первоуральска.